ДТП на Куйбышево. Дорожное происшествие случилось в пятницу утром. Водитель ВАЗ-99 не убедился в безопасности движения и выехал со второстепенной на главную дорогу. В результате произошло столкновение с ВАЗовским автомобилем «Лада Гранта». Водитель 99-й получил серьезные травмы. Для его эвакуации МЧСникам пришлось применять спецсредства и разрезать заблокированный автомобиль. Другой водитель отделался ушибами и ссадинами.